Всем привет, народ! Сегодня такое маленькое видео. Я вот вчера вам говорил то, что мне пришло извещение по поводу того, что я должен до конца месяца закрыть все свои счета на Forex4U, поэтому я уже как бы сейчас в активном поиске. То есть, в принципе, на Forex4U я торгуюсь, но уже моя активность, естественно, упала. Я присматриваюсь к другим биржам. Вот, значит, для себя я выбрал две биржи. Вот, сейчас я вот немножко расскажу вот про одну. Это Light Forex. Вот такой вот сайтик. То есть, когда вы регистрируетесь, то есть вот MetaTrader. Так, ну ладно, в общем. То есть пополнения различные идут, вот много тут различных. Ну и опять же таки есть копирование, вот различные, то есть вот мы можем зайти, то есть популярные, вот их совокупные средства можно посмотреть, по средствам можно каждого, вот например, я выбрал для себя, вот избранные, да, видите, вот 5 штук, я наблюдал, смотрел, сколько у кого счет дней открыт. И можно, естественно, торговаться. Торговаться, вот, нажали и поехали. Немножко неудобно, на самом деле, если сравнивать с Forex4U. Вот, но я, в принципе, что я сделал? Я сделал просто-напросто, опять же таки, также начал с того же самого, что мы делали и на Forex4U. Я положил на каждый счет. Вот два выбрал для себя, Фикс и Маркус, по 10 баксов. Как на копирование. Ну, на данный момент, вот вы видите, плюс 5, значит, всего я вложил 20, и плюс уже 6 долларов. Но сделки еще не закрыты, соответственно, она может и упасть. Потому что у меня было минус вчера, минус 7 долларов, по-моему, или 6. Я уже думал, что, ну, как обычно. Положил я мало. Вот Фикса, например, Фикс торгуется. Мне нравится, как он торгуется, потому что, если посмотреть его истории, он торгуется, ну, 2-3 сделки в день. Ну, прибыль, конечно, хорошая, видите, там по 30-40 тысяч, потому что его собственный баланс 2,5 миллиона. То есть, все-таки это внушает какую-то надежду и уверенность, что он будет. Вот сейчас он держит эту сделку, я уже копирую, и я с нее уже получаю, видите, если посмотрим, какую-то прибыль извлекаю. То есть сумма все время прыгает, потому что я еще раз говорю, сделка не закрыта, 7-3. Ну, Маркус мне не очень нравится, да, ну, потому что у него очень много, вот видите, во-первых, сколько сделок открыто, капец. Вот, и он очень делает много сделок за день, соответственно, мне как для копирования это фигово, потому что я не могу все скопировать сделки. Для этого нужен, то есть, очень большой баланс денег, вот, и на данный момент просто-напросто у меня нет денег, столько, не то, что нет столько денег, я не хочу столько вкладывать, потому что если посмотреть, сколько у него сделок, у него где-то сделок 40 открыто, да, то есть, ой, не туда залез. Соответственно, мне минимум надо на каждую по 10 долларов на сделку, то есть мне нужно вложить где-то 200 баксов, чтобы рискнуть. То есть, видите, я только одну скопировал, вот одна, вот скопируемая. Соответственно, остальные я не копировал. А, нет, что-то еще скопировано. Угу. Что-то он больше стал копировать. Что-то раз, два, три, четыре, то есть он скопировал. Ну, вот видите. Соответственно, и не все... Это зеленая в зоне, минус, минус, плюс. Ну, да, две плюс. Соответственно, я решил сделать такой тестик. Я подержу... пять-шесть дней, может даже больше, может неделю-две, и сделаю вывод, выгодно ли эта биржа. Если да, то я вложу там, скажем, каждый, например, по 100 баксов, посмотрим, сколько, какой результат. Вот. А я пока буду изучать другую биржу, потому что торговаться здесь, ну, по крайней мере, это неудобно. Если единственное, вот копирование, да, неплохое, в принципе, неплохо сделано. Она лучше намного, чем Forex4U, но, опять же таки, извините,
Я читал с 11 по 14 год на эту биржу было очень много жалоб. Так что надо быть очень осторожным. Так что я думаю, что вы тоже так для себя какой-то делаете вывод. Смотрите, подписывайтесь. Ну, будем смотреть через неделю, какой будет результат. Вот я уже здесь записал. Неделя первая, вложил 20. Да, старт, все, пошел. То есть будем смотреть, что будет у нас на следующую неделю. Так что следите. Всем пока. До новых встреч.